события чемпионата мира по джигитовке 2023, который прошел в Москве на ВДНХ в конце августа 2023 года на главной конной арене Центра национальных конных традиций, единой лентой красочного калейдоскопа врезались в память своим захватывающим профессионализмом. И для многих слова о доверии между всадником и конем стали настоящим откровением. Более того, организаторы чемпионата мира по джигитовке открыли необычный мир взаимодействия человека и лошади. В приветственном слове генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров от имени организаторов чемпионата мира поблагодарил всех участников, а это спортсмены и тренеры из России, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции за приезд в Москву для участия в чемпионате. Победила на чемпионате мира по джигитовке 2023 в командном зачете по итогам всех дисциплин турнира сборная команда России. Серебро завоевала команда Республики Беларусь, а бронза досталась сборной Казахстана. Абсолютным победителем чемпионата мира по джигитовке 2023 стал россиянин Владимир Архипов. Чемпионат был организован Кремлевской школой верховой езды, Федерации конного спорта России и Международной федерации конно-спортивной джигитовки.